Всем привет, друзья! Сегодня я хотел бы поговорить с вами на такую тему, как коронавирус. Ну, хотя даже не поговорить на эту тему, а просто посмотреть и показать, как реагируют люди на все это. Вчера у нас было 13 марта, где власти Литвы сказали, что в Вильнюсе закрывают все мероприятия, закрывают школы, закрывают садики, закрывают университеты. Собственно, и мой университет, где я работаю и учусь, также закрывает на 2 недели до какого-то там 26-28 марта, я уже точно не помню, на карантин. Закрывают все развлекательные центры, все, что можно, они закрывают. Что я сильно рассказывать ничего не хочу, своих мнений, потому что сколько людей, столько мнений. Я просто хочу вам показать, как люди на это реагируют, сколько людей на улицах, что люди покупают в магазинах, насколько пустые полки и так далее. Итак, сейчас мы пойдем в Акрополис, посмотрим, сколько там людей вообще в торговом центре. Открыт он, закрыт, что закрыто, что открыто, что работает, что нет. Зайдем также в Максимум, посмотрим на полочки и потом поговорю с вами. Ну, а если у вас есть свое мнение или вы хотите что-то сказать, обязательно напишите в комментариях. Мне будет интересно, что вы думаете об этом. Не знаю, там, меры предосторожности. Возможно, вы вообще услышали, что карантин, собрали вещи, собрали всех родных, близких, уехали вообще там к бабушке в деревне, если так можно у вас. Или вы остались там, допустим, в Вильнюсе дома, там, скупились и не выходите. Интересно, кто что делает. Ну, а мы сейчас идем в Акрополис. Итак, друзья, сходил в Акрополис. Как вы могли видеть, некоторые полки совершенно пустые. Там, где крупы, все раскупают. Крупы, подсолнечное масло, муку, заморозку, кстати, тоже много кто раскупил. Там пельмени, всякие там овощи замороженные, там горошек, всякое такое. Люди раскупают, причем много. Видел в Инстаграме, много кто писал, что в Америке прям раскупают туалетную бумагу. Здесь такого я не увидел. Но не знаю, в магазине, в принципе, всего хватает. То, что на полках раскупили, оно стоит в магазине прямо на поддонах. Вы могли видеть, я там ходил, прямо в магазине на поддонах все стоит посреди. Просто некоторые товары, я так понимаю, они не успевают расставлять, потому что люди скупаются. Людей много.
Но на выходной день, то, конечно, не так много, как обычный выходной день. Даже вот парковка в Акрополисе сейчас здесь, она, можно сказать, полупустая. Ну, или чуть-чуть больше половины забита. Обычно выходной день полностью все забито. Каток, кинотеатр не работает. Что удивило, проходил возле Чили Пиццы, там есть такая терраса. Там официанты прям с дезинфицирующим устройством, господи, дезинфицирующей жидкостью протирали столы. Я так понял, там были посетители, они после них протирали столы. Ну, довольно интересно, вот такие меры безопасности как бы все-таки есть. По всем уголкам Акрополиса висят специальные, так, как жидкое мыло, только дезинфицирующие, тоже жидкость вот эта висит. Пожалуйста, всем можно пользоваться, все бесплатно. Как-то так. Ну, не знаю, давайте сейчас, наверное, еще проедемся по городу, посмотрим, сколько людей ездит по городу. И вообще посмотрим, что происходит в городе. Есть ли там люди или нет никого, или все уже разъехались. Ну, судя по парковке Акрополиса, много кто либо разъехался, либо уже скупился и просто из дома не выезжает. Кстати, детей вот школьного возраста в Акрополисе довольно-таки много. Вот, допустим, если взять там урывок из Макдональдса, очень много, большие компании. То есть люди, дети просто, они вместо того, чтобы сидеть дома, они гуляют компаниями по городу, получается. Так что, ну, этот карантин, я не знаю, насколько он хорош, не хорош. Ну, посмотрим вообще, что из этого будет дальше, поскольку еще, я так слышал, границы хотят закрывать, не впускать, не выпускать никого. Ну, не знаю, будет видно. Поехали в город, посмотрим, что там, и потом как бы такой-то, не знаю, какой-то вывод маленький. Итак, друзья, прокатались мы, собственно, по городу. Что могу сказать? По Железиной Вилке мы ехали, там машин вообще было мало, вообще это в сторону Каунаса дорога, вообще машин мало было. Я думал, что такая ситуация будет вообще по всему городу. Но потом мы свернули в город, поехали по Яна Басанавичу с улицы, поехали по центру недалеко от старого города, и потом выехали на Оза Катве, и, в принципе, поток машин был довольно-таки большой, особенно на Озагатве было очень много машин. Поэтому, ну, делать какие-то выводы, к сожалению, не берусь, потому что, ну, люди ездят, сказать так, что город опустел, нет, такого я сказать не могу. Что ж, суть моего видео была вам просто показать, что происходит в магазине, что происходит на улицах. Как будут развиваться события дальше, мы будем смотреть. И, конечно же, что будет новое, я буду вам показывать, если будет что показать.
Пока из новостей это то, что Польша, Латвия, Эстония закрывают границы, Литва вроде бы тоже закрывает границы, Украина закрывает границы, Беларусь не закрывает, Беларусь не закрывает ни границы, ни карантин не вводит, но об этом мы поговорим, наверное, позже. Также в Литве с 16 числа, с понедельника, запрещают работу всех там парикмахерских, кафешек, ресторанов, абсолютно всего, кроме продовольственных магазинов и аптек. Даже те же самые больницы будут работать только на неотложную помощь. Там все операции плановые, все отменяется просто-напросто. Ну, будет понедельник, и, не знаю, там понедельник, может, понедельник пройдет, там понедельник, вторник сделаю еще какое-то видео, расскажу, как поменяется ситуация. Пока так, пока то, что вы видели, что у нас есть, это по состоянию на 14 марта. Что будет дальше, я вам сниму. Ну и что хочу сказать. Берегите себя, берегите своих близких. Не болейте, давайте проживем этот карантин тихо, спокойно, мирно. И чтобы все закончилось. Потому что вся вот эта такая ситуация, она вроде бы прикольно, там каникулы, все, но с другой стороны оно напрягает. И самое главное, не поддавайтесь панике, потому что в панике люди думают, как бы поспешно делают в большинстве неправильные выборы, неправильные выводы даже. Поэтому не спешите и не паникуйте, оценивайте каждую ситуацию, каждое решение здраво. Всего вам хорошего, оставайтесь с нами. Как только будет что-то новое, обязательно дам вам знать. Всем пока.